Калининград. 7 апреля в 18 часов по улице Куйбышева в сторону Невского двигался автомобиль «Рено» под управлением 70-летнего водителя, который при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного около дома 40, не уступил дорогу. Со слов водителя, пешеход внезапно появился на пешеходном переходе и ударился об автомобиль. Совершил наезд на 10-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по указанному пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.